Альма-Матери концерт. Приходите. Это Таганская площадь. Таганская площадь. Спасибо. Дело в том, что мы знакомы с Володей уже 20 лет, и сейчас у нас идет, вы сами понимаете, это бешеная подготовка к второй части нашего праздника. Не пришел еще? Не пришел, идет, да? Вот, поэтому я сейчас позволю себе спеть одну песню, которая была написана черт знает когда. Вот, и сказать всем, наверное, не без интересного будет знать, что 5 ноября открыли при Эльбрусе. Вот, и мы туда едем на Новый год, и я всех хочу с этим поздравить. Канатку починили, все работает, люди катаются. Поставили видеокамеру на Мире, и можно в интернете посмотреть, кто там сейчас ездит. И было очень приятно. Стоят эти горы, снег, и тут человек проехал мимо. В высоких облаках выше сосен улетает грусть, тоска, прямо в осень. На семь бед один ответ рассмеется. Небо синее, солнце свет остается. Небо синий, гор вино, радость солнца. Пусть за горами все равно остается. Остается все равно в наших душах. Пусть со временем оно станет глуше. В мешанине дел больших рук и споров. В дальней комнате души живы горы. И когда к стене прижмет тяжесть грудью, знаешь, все равно полет будет, будет. Чтоб средь топи и трясин опереться, чтоб средь осени и зим разгореться. Ты подольше не души лучик света, отраженный от вершины Чигеда. На высоких облаках выше сосен улетает грусть, тоска прямо в осень. Загорелый, влюбленный, полный света, вниз по склону мчимся мы прямо в лето. Прямо в лето, прямо в лето. Спасибо. И еще одна песня, которую я хочу спеть сейчас. Мы в этом году, у нас было много побед. И одной из этих побед, я считаю, то, что наш клуб выступил достойно на вечере, посвященном Юрию Щувисбору. Вот. А песня называется «Завтрак с видом на Эльбрус». Была написана по поводу повести, гениальной повести Висбора, как, в общем-то, все, что он писал. Вот. И наша с вами жизнь украшена одной общей медалью, которая называется «Памятник Юрию Висбору на горе Чигед». В этом году мы починили там памятник нашим воинам, павшим при Эльбрусе. И я, Володь, хочу еще раз с большой радостью сказать, что идея установки и изготовления этого памятника была Владимиром Давыдовичем Городецким. Настоящего отца, настоящего патриота своей земли, который не бегает по партийным съездам, но просто вот сказал, давайте памятник поставим на Кавказе. 250 километров, там война идет, а мы там памятник поставили. Не надо ничего никому объяснить, это наша земля. Вот и все. Спасибо тебе, Вова. Я хочу извиниться перед ребятами, у меня тоже в шале будет 8-го концерта. Ну да, вот поэтому как бы хочется что-то спеть. Мы ночевали на приюте,
среди снегов, ветров и скал. В непритязательном уюте, где звезды около виска, где дверь красиво, мелодично поет приветствия слова, где Юрий Иосифович лично когда-то тоже ночевал. Мы много пили, забыв про грусть и роста цен, и вместе над землей летели в кафе Хрустального кольца. И под заснеженным карнизом слетались нужные слова. И Юрий Иосифович у изба нам с неба тихо подпевал. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила, не верь, не бойся, не проси. Ищи друзей согласно чину, от боли вслух не голоси. От плетки так же, как от водки, пусть не кружится голова. И в мире лучше нет находки, хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама рисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, и завтрак с видом на Эльбрус. И нам лила Шевченко света, зеленый терпкий чайный вкус. И мы на лыжах мчались к низу, и вновь февраль был на дворе. Юрий Иосифович Висбург нам улыбался из дверей. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Владимир Иванович, оставьтесь, пожалуйста. Поскольку есть определенная недосказанность, у нас есть два недосказанных момента. Вот потрясающие люди, наши летчики из гражданской авиации, вот Сергей Левтонов, имеет сказать вам что-то хорошее. Дорогие друзья, вообще-то нас должно быть двое. Сейчас Володя Шепелянко еще где-то в районе четвертого разворота. Вот, но он вот-вот будет со своей гитарой. Весьма символично, что мы собрались здесь сегодня вот в таком, можно сказать... В андеграунде. Да, в андеграунде, потому что мы с Володей познакомились тоже примерно в таком же месте. Это был театр «Перекресток». «Перекресток»? Да, на Волоколамском шоссе. Да. Вот, наверное, многие знаете, там Виктор Луферов. И вот так вот это самые творческие пути как-то перехлестнулись. И там выступали наши авиаторы, и Володя там, по-моему, выступал. А сегодня я хочу поздравить его. Несмотря на цифру, как говорится, женщине столько лет, насколько она выглядит, а мужчине столько лет, насколько он себя ощущает. Так что цифра тут ни при чем. Ощущает. Что, опять в школу? Да, в некотором роде так. Век живи, век учись. Между прочим, авиаторы – это одна из немногих профессий, так же, как врачи и то самое. Они постоянно учатся, сдают экзамены, зачеты всякие там.
И, ну, так как, наверное, я завершаю поздравления, я не буду долго отнимать внимание, минут 40, не больше. Вот, и, ну, предстоит замечательный стол. И хотелось бы свое выступление закончить застольной песней. Вот, вы, наверное, все прекрасно знаете, но это не про мороз. Да. Николай Абницев, ее автор, музыка, я не знаю, чья. Народная. Ну, да. Я гитару не буду. Ну, я сам сыграю так, ладно. Начинается она так. Хорошо жить на Востоке, называться Бенгасан, и сидеть на солнце пёке, щуря глаз на Тегеран. К черту всякие вопросы, тишь да гладь да благодать, право собственного носа, даже муку лень согнать. Это прямо даже непонятно, Персия это или персидский рай. Ай, как хорошо, ай, как приятно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Хорошо лежать на крыше персом с ног до головы и толстеть там от кишемиша, абрикосов и халвы. Если станет тебе грустно, скушай персика тоски. Ай, как вкусно, ай, как вкусно, ай, как вкусно персики. Припев все вместе, уже выучили. Это прямо даже непонятно, Персия это ли персидский рай. Ай, как хорошо, ай, как приятно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Чтоб любви не прикословить, стоит только с крыши слезть. Кроме персиков и щебец, персиянки тоже есть. Ай, лилива глаз, как слива, шаль пестра, как попугай. Ай, лилива, как целуется, ай-яй. Это прямо даже непонятно, Персия дель персидский рай. Ай, как хорошо, ай, как приятно, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ну, наливай. Дорогие друзья, я бы хотел попросить, вот тут Калида была где-то, которая представляет дальних родственников. Позовите, пожалуйста, вот, а вот она, наша тетушка, очаровательная тетушка Лидочка. Наш дорогой ведущий, как всегда, все перепутал, извиняюсь. Я отнюдь не родственница, я выступаю от имени родственников и отнюдь не дальних, а очень близких. От Володиного родного, двоюродного брата. Но поскольку это на сегодня, это, в общем, очень близкая родня, я передаю те презенты, которые они передали, в связи с тем, что сами не могли приехать. Мы с ними были вместе в Эквадоре, и вот они из Эквадора, проведя полдня в военном магазине, и вот, вам, наверное, это ближе, мне не очень понятно, но вот то, что мне передали, я просто передаю. Наш дорогой любимый Вова, услышишь ты в свой юбилей хвалебного немало слова и много пафосных речей. А мы к тебе с другого бока, от малочисленной родни. Подарок шлем тебе с Востока, ну что не лично, не извини. Их привезли из Эквадора через моря и океан от местного их командора в знак побратимости двух стран. Они тебя поздравить рады, здоровья, счастья пожелать и шлют из местного генштаба тебе нашивку на рукав. Погоны шлют тебе в придачу полковника их ВВС. Ты стал легендой, не иначе, всех их экваторских небес. Там про тебя давно известно, про все достоинства твои. Там в барах крутят твои песни. Новозеландцы донесли. Ну где найти еще такого? Ты полземли исколесил, и все же остался тем же Вовой,
и не забыл родной Тагил. Я приглашаю на сцену Владимира Харчевского, Ольгу Никишину, Игоря Науменко. Встали быстро, выходим быстро. Леша Лунова, Любочка, Мариночка, Леночка, что вы сидите? Портком, местком и женсовет, клуб «Чиники» выходит на сцену быстренько. Быстро выходит на сцену, пожалуйста, Леночка, сюда. Вот так, кого я забыл? Лен, Таня, Амелина, хватит кривляться, иди же, идите сюда. Быстренько, без сапог пусть. Ничего страшного. Под ваши аплодисменты. Слава, Дима, Вова, иди, пожалуйста, сюда, чтобы все все-таки увидели тебя. На сегодня весь вечер тебя искали, так и не нашли. Саша, иди сюда. Михлюков, где Михлюков? Олегушка. Нет, вставай в середину. Аппарат, доставайте ваши рации. Валерий Геннадьевич, Леночка. Дорогие друзья, это вот часть души Владимира Николаевича Городейского. День рождения – это коллективный праздник. Он персоналю-то, в общем-то, нафиг не нужен, потому что 0,60, ну и что? А вот... Галя, Игорь, Галя, сюда. Быстрее. Вовка, Ижа, иди сюда. В общем, Чигетия! Чигетия. Дорогие друзья, просто наш коллективный разум состоит из этих людей, и мы сейчас хотим спеть две крайние песни, которые выражают всех. Да, давайте, Чигетия, выходите. Чигетия. Только быстрее, пожалуйста. Ребята, крайние песни концертной части. Женя. Ребята, песня была написана про Владимира Давыдовича Городейского. Вот прям персонально про него. Потому что зачем человеку нужно летать на самолетах, черт знает куда? Зачем нужно покупать дорогущее оборудование, потом пытаться сломать себе шею в горах фронтовой зоны при Эльбрусе? Зачем нужно ездить куда-то, добиваться визы, ее не получать, сердиться, писать гениальные стихи? Не знает никто, знает только один. Ирка, ты что сидишь? Ну, иди сюда, быстрее. Что ты там сидишь, пальцем сидишь? Давай сюда, Лариска, иди сюда. Ставь там быстро. Тихо. Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остров, очень остров, горы, сосны, лифты, песни и дожди. И пусть полны напитым, я дорогу чемоданы, парень груз, невозвращенные долги. И все вместе. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Соло Дмитрий Обухов. И пусть банды набиты мне дорогу с чемоданами, парень груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
давайте закончим, дорогие друзья. То, чем заканчиваются наши все фестивали, то, чем фестивали все начинаются. Вот идет по свету человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердце вечно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Без лишних слов, нам сейчас как раз такая осень. На полгода и без всяких дорог, снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. И приглашаем сейчас. Хочу сделать одно важное объявление. Дорогие друзья, Владимир Давыдович и вот эти прекрасные дамы постарались сделать удивительные блюда. Короче, пока вы все не сожрете, отсюда же вы не выйдете. Это шутка.